Друзья, добрый день! Сегодня я вам хочу показать о том, как можно поменять ремень на сушке, не разбирая ее, в принципе. Как поменять ремень? Видите, ремень у нас уже все. Подошел почти в негодность из-за того, что сломался ролик. Я вам сейчас покажу, как он снимается, и точно таким же способом его можно будет одеть. Смотрите, что нужно будет сделать. Правильнее, конечно, это открутить вот эти вот ролики, открутить сзади крышку, все разобрать, вытащить бак, одеть ремень и поставить все обратно. На самом деле все, ситуация немножечко простая. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, что мы делаем. Поскольку у нас сейчас бак без натяжки, мы приподнимаем бак. Видите, вот мои пальцы. Мы сюда засовываем старый ремень и фактически его, вот смотрите, просто все. Вот, мы вытащили старый ремень. Новый ремень одевается таким же образом. Мы отодвигаем бак. Видите, там вот насквозь видно. Засовываем. Сейчас, подождите, неудобно. Засовываем туда ремень. И точно так же протягиваем через ролики. Все, смотрите, вот наш ремень просунулся. Все оказалось очень просто. Теперь мы аккуратненько ремень сдвигаем вот эту часть и одеваем на двигатель. Одеваем сначала на ролик. Сейчас, я же говорю, очень неудобно снимать одной рукой и второй. Вот, смотрите, мы одели. Вот. Все, вот. Считайте, что ремень одетый. Все, что нам нужно сделать, сейчас взять резинку, пружинку, вот она. Одеваем ее на мотор и с другой стороны зацепить в самый низ. Смотрите, вот я взял с кугуцами и зацепил. Все, проверяем. Вот мы поменяли ремень за 5 минут. Теперь нужно просто его более точно будет выставить посерединке где-то. Вот. Все, у нас сушка готова. Вот так вот просто можно своими силами поменять ремень на любой сушильной машинке. Этот способ применим почти для всех моделей. Ничего сложного в этом нет. Если у вас будут какие-то вопросы, напишите в комментариях под видео, я вам с удовольствием отвечу. Как вы видите, это все не было сильно сложно и больших проблем не вызвало. Все, всего вам хорошего, Божьего благословения, до новых встреч.